В эфире новости телестудии «Карачаганак», в студии Майя Амирова. Здравствуйте. Наурыз близко. Об этом сообщают работники музея, организовавшие на улице угощение. Музыка в национальном стиле. Красивые нарядные люди, вкусные угощения. Вот что предстало перед жителями города в предпраздничный день. Работники районного краеведческого музея решили порадовать жителей, навеять праздничные настроения, организовав праздничный дастархан для всех прохожих. На урыскуже, баурсаки, сладости и другие кондитерские изделия. Зазывали, угощали всех и вся. Наша съемочная группа просто не могла пройти мимо этого дастархана. Наурыз – это праздник прихода весны, нового года, новых открытий. Поэтому его отмечают, делясь дарами земли. Гостеприимный коллектив районного краеведческого музея приготовил праздничный дастархан прямо у распахнутых дверей здания. Тут же мы обнаружили еще одного гостя, которого угощали на урыскуже. Я только вышел по делам из дома и услышал музыку. Следуя за звуками казахской мелодии, я оказался здесь. К моим удивлению и радости, здесь встречали прохожих и угощали баурсаками. И, конечно, как не попробовать наурыз кожи. Всех аксайцев и весь народ Казахстана поздравляю с приходом весны, праздником Наурыз. Всем весеннего благоденствия и процветания. Необходимо ли проводить такие мероприятия, что это дает народу? Этот вопрос мы задали гостю. Да, конечно, это нужно людям. Там, где народ, там, где страна, нужно соблюдать обычаи предков. Необходимо знать о традициях, обычаях казахского народа. Наурыз, знаменующий собой не только весеннее равноденствие и обновление природы, приносит непередаваемое чувство восторга и радости каждому человеку. А сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Кроме того, в зале музея была организована выставка, посвященная Наурыз. Был курме казахалхының. Эта выставка, говорящая о быте и деятельности казахского народа, она посвящена празднику Наурыз. Одним из ярких экспонатов выставки является украшение женщин – мужские ремни с отделкой из серебра, датированные XIX веком. Здесь также изделия из шкур домашних и диких животных. Особенностью выставки мы отметили специальную подставку из дерева для Корана ручной работы. Он был похож на пьедестал, созданный руками человека специально для главной книги мусульман. Также взгляд притягивали бесек, колыбель младенца, курпелер, деревянная ступа, оружие и различные атрибуты охотника и воина. Ну, хочу пожелать нашему району, нашему городу Аксай процветания, всех поздравить с праздником Наурыз. Желаю здоровья, счастья, любви и всех благ. С 9 часов утра, а именно с этого времени, угощение было вынесено на улицу. До 2 часов дня коллектив музея угостил наурыскуже и баурсаками порядка 160 человек. Майя Амирова, Тимур Толебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Это все на сегодня. Дорогие жители нашего города, всего хорошего, с наступающим праздником Наурыз.